2004 года на этом месте с Сандыка увидели, как поднимаются румыны из Маркура, вот по вот этой дороге. И Николай Черников Никитич вышел сюда с двумя ручными пулеметами. Один пулемет на этой горке поставили, а один пулемет на этой горке. Два ручника Дегтярева. Эта поляна была чистая, за ней колодец. Румыны вышли сюда около 100 человек из Маркура и расположились здесь на привал на этой поляне. И как только они составили винтовки в козлы, разожгли костры, из двух пулеметов партизаны начали их лупить на этой поляне. И тут было около 40 трупов. Партизаны ушли на Сандык и по Сандыкской дороге ушли туда к себе в лагерь. Румыны, естественно, забрали трупы и все ушли назад в Маркур. И прочес 25 февраля не состоялся. То есть здесь это для румын было очень памятное место. И поэтому здесь поставили этот знак, чтобы обозначить Сандык. Там колодец с той стороны. Там была вода раньше, я не знаю, Саша говорит, сейчас понедельник нет. Я была поляна эта заросла, тут была большая поляна, ну еще 20 лет тому назад была поляна. Ну это Акмечевский, это 4-й отряд, а 5-й отряд Севастополь бы считает, да? Да, да. То да. Есть это... Сейчас Маркур называется. С 8 февраля поляна, Акмечевский нет? Отряд входил в состав 5-го района. С 8 февраля, я вам там все расскажу на памятнике. Давайте, нет,